Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем серию видео, посвященных умным вентиляторам D-City Smart Fan с опциями MR и MRH. Я покажу, как правильно подключать вентиляторы к сети, выбирать и настраивать алгоритмы работы. А сегодня мы познакомимся с первым алгоритмом работы вентилятора Aura с мультирежимным контроллером MR, который объединяет в себе датчик освещенности и таймер. Платы других умных вентиляторов могут отличаться расположением элементов, но настраиваются аналогично. Первый алгоритм подходит для тех случаев, когда вы полностью хотите автоматизировать работу вентилятора, чтобы устройство включалось и выключалось по заданной программе без вашего участия. Перейдем к подключению. Перед началом напоминаю, что все манипуляции проводим только на обесточенной сети. Вентилятор подключается к сети двухжильным проводом, используется фаза и ноль. Присоединяем провода к клеммной колодке. Алгоритм и режим работы выбираются при помощи замыкания джамперов. За алгоритм отвечает джампер с римскими цифрами 1, 2 и 3. Режим выбирается установкой или снятием джампера с буквами А и Б. Выберем режим А первого алгоритма. Для этого джампер выбора алгоритма устанавливаем в положение 1 и замыкаем джампер АБ. Если вы только что достали вентилятор из коробки, то положение джамперов менять не нужно. С завода устройство поставляется как раз настроенным на режим А первого алгоритма. При помощи идущей в комплекте отвертки устанавливаем регулятор таймера в интервале от 15 секунд до 45 минут. В данном алгоритме вентилятор реагирует на резкое изменение освещенности в помещении, начинает работать через 45 секунд после включения света. Это нужно для экономии электроэнергии. После выключения света вентилятор отрабатывает установленное на таймере время и выключается. Проверяем работу. Подаем питание на вентилятор. Для имитации выключения света здесь и далее я буду закрывать датчик колпачком. Имитируем включение света, для чего снимаем колпачок. С этого момента вентилятор отсчитывает 45 секунд и запускается. Он будет работать все время, пока свет включен. Гасим свет, закрывая датчик. Вентилятор работает по таймеру и выключается. Теперь опробуем режим B. Для этого снимаем джампер AB. Чтобы не потерять, его можно повесить на один контакт. В режиме B вентилятор работает, когда в помещении никого нет. Это сделано для того, чтобы шум и сквозняки, которые могут возникать при работе вентилятора, не мешали комфортному нахождению в ванной комнате, а отработанный воздух и неприятные запахи будут удалены, когда вы покинете помещение. При этом вентилятор не реагирует на кратковременное включение света. Если вы пробовали в ванной комнате минуту, то устройство после выключения света активироваться не будет. Проверяем работу. Имитируем включение света. Ждем 90 секунд. Через полторы минуты вентилятор поймет, что включение света не было кратковременным и требуется проветрить помещение. Имитируем выключение света, после чего вентилятор отработает по таймеру и выключится. На этом все. Мы познакомились с первым алгоритмом работы мультирежимного контроллера MR. В следующем видео речь пойдет о втором алгоритме. Ссылки на него, а также на видео с разбором остальных алгоритмов есть в описании. Там же вы можете ознакомиться с ассортиментом умных вентиляторов D-City. Если у вас остались какие-либо вопросы по подключению, настройке и работе умных вентиляторов, оставляйте их в комментариях. До скорых встреч!